Такие встречи студентов и работодателей организуют по инициативе мэра Сочи Анатолия Пахомова, чтобы ребята уже перед выпуском смогли найти работу. Мы всех ориентируем сегодня именно на Сочи, потому что в Сочи очень много имеющихся предприятий, много каждый год открывающихся предприятий, где обязательно нужны рабочие руки, где нужны интеллект наших молодых людей, их знания, полученные в образовательных учреждениях. Это и предприятия санаторно-курортного комплекса, это и учреждения муниципальной службы. У нас много МФЦ постоянно приглашают, это наши налоговые. В Сочи в этом году выпускается 2500 молодых специалистов. Для них предприятия курорта подготовили презентации и готовы каждого взять на работу. Успешное трудоустройство в самом начале карьеры во многом определяет будущее выпускника. Я побывал на встрече работодателей, мне очень все понравилось, было все очень интересно. Я нашел для себя оптимальную работу, уже совсем все договорился. Очень стабильный доход, заработок, меня все устраивает. Я здесь учился 3 года, я получил специальность мастера жилищного коммунального хозяйства. Это очень волшебная специальность на сегодняшний день. То, что ребята умеют делать своими руками, представили на мини-выставке. Стандарты достаточно высокие. Теперь вчерашние студенты должны также зарекомендовать себя уже не в учебных стенах, а на площадке сочинских предприятий. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.